Кино на ТВ-РУС. Мне 32 года, и моя жизнь так же не устроена, как и ваша. Вы говорите покороче. Вы мне очень понравились. Моя остановка. Можно мне проводить вас? Уходить не хочется. Не уходить. Я без вас пропаду. Я всегда боялся смерти. А сейчас, когда до нее осталось вот-вот, мне почему-то безразлично. Я уезжаю, мам. Ты говоришь мне правду? Мама, Женя, ты не волнуйся. Это самая рядовая командировка. Это правильная война, Женя. Я тебя прошу, не лезь никуда. Там видно будет. Там уже ничего не будет видно. Мария Миронова, Сергей Шнырев, Юрий Беляев и Сергей Маховиков в фильме «Никто, кроме нас». В воскресенье на ТВ-РУС.